Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Микки Маус Замок Иллюзий. Так, мы прошли первую часть, которая называется Заколдованный лес. Изучив коридоры и переходим замка, ко второй. Микки нашел один из радужных камней, которые помогут ему спасти Мини. Но он знал, что надо найти больше, а повелители иллюзий не отдадут их без борьбы. Получается, в этой двери вот у нас всего лишь 15 камней требуется, да? А, ну, я видел, там вверху требуется где-то больше, вот 80, да? Сейчас я пособираю сразу эти алмазики, вдруг потом не будет хватать. И вот в эту дверь могу спокойно зайти. Ух ты, а здесь что у нас? Еще больше. Так, сюда теперь идем. Куда это мы попадаем? Страна игрушек. Акт первый. Микки возник в игрушечной коробке опасности, очередной иллюзии ведьмы. Ничего себе. Ой-ой-ой. Оп, получай. Хорошо. Что-то мы собираем. Понятно. Выход закрыт. Так, а ну-ка, соберись. Ой, там внизу опять солдат появился. Ой-ой-ой. И этот тоже прям ко мне идет. Вот так вот тебе. Так, сверху там что-то у нас на корабле. Прикольно. Самолет летит, а по мне будет... Ух ты! По мне будет кидать, наверное, что-то, нет? А что ж ты делаешь? Вот, хорошо. Вот, звездочка. Это типа жизнь, да? Ой-ой-ой. А их можно как-то... О, вот как можно было. Ай! Ай-яй-яй. Готово. Так, а ну-ка, вылазь еще раз. А-а-а! Фух, думал не долечу. Но справился. И сюда, отлично. Так, теперь на кораблике. Мне интересно, в какую сторону нужно... Опа, отлично. В этой... Ой-ой-ой, почему же ты так... О! Сильно он опустился, а мне нужно, чтобы он поднялся опять. Хотя нет, я и так допрыгнул. Здорово. Ай, не могу. А, вы это видели? Вот, сразу нужно было прыгать. Здорово. И вот, наконец-то, я могу идти дальше. Ой, самолетик. Я тебя уже бил, не хочу еще раз. Солдатики. Опа, опа, класс. Это первый раз немного проблем у меня были с прохождением, а сейчас как бы... Ух ты! Микки должен двигаться быстро и осторожно, так как карты играют нечестно. Ха-ха. Ух ты. Ай, это был... Бриллиантик, а я думал, засада какая-то. Микки был так близко. Он уверен, что в следующий раз справит. Вот. Так. Аккуратно. Допрыгнул. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, хватит. Пособирал там бриллиантики. Можно идти дальше. Па. Так, а куда мне здесь лучше? Ага, вот так вот. Самолетик. Ай, что ж ты делаешь? Ха-ха-ха-ха-ха, скинул меня. И еще солдатик обновился. Вот так вот тебе. Ай-яй-яй. Ай. Да что ж такое? Вообще не фарт полнейший.
Что ж ты сделаешь? Да что же здесь классного? Одна жизнь осталась. Вот так вот тебе. Так, нужно как-то поаккуратнее жизнями. Ой-ой-ой. Клоун, а ты... Вы это видите? Ой. Я, в общем, решил вообще сдаться, да? А туда куда-то можно? Сундук. Так, класс. Все, больше здесь ничего нет. Порядок. А как же победить этого клоуна? Может, тоже в него кидать нужно? Да. Ой-ой-ой. Не ожидал такого. Но я могу начать вот отсюда. Да что ж ты поделаешь, а? Ну, не фарт. Полнейший, как я уже говорил, да? Так, не знаю, для чего я сюда иду еще раз, потому что мне, скорее всего, не засчитало. Да, вот это вот то, что я здесь брал, потому что я проиграл. Так, а теперь я сюда не допрыгну. Не допрыгну. Беру опять этого Микки. Опа, все, он уехал, меня не зацепил. Как же мне теперь... Надо ждать этого клоуна. А что ж ты поделаешь? У меня жизни мало, поэтому я лучше дождусь его все-таки. Мне эта звездочка очень нужна. Вот, я ее взял все-таки, не зря ждал. Там еще... А, то не такая звездочка, то декорации. Ты, чуть самолетик меня не накрыл. Ай! Вот так легко теряются звездочки. В смысле жизни. Фух, еще выше пошел. Одна жизнь, это радует. Так, а здесь что-то полезное, наверное, нет? Куча бриллиантиков. Как же до них добраться, я не знаю. Ага, нет, он меня вниз несет. Странно. Ладно, их, наверное, так просто не возьмешь. Ого, как низко меня опустило. Опять эти солдатики. Ого, сколько их здесь. Вот, получилось их без потерь для жизни победить. Ух ты, чуть-чуть промахнулся. Жаль. Так, а сюда я могу пойти сбоку? И для чего-то их здесь же поставили. Ого, что это? Карта. Волшебная карта игральная. А я не помню, в первом обзоре была у нас карта или нет. А вот и ключик, как мне его взять? Ты, наверное, от следующей двери или как? Ой-ой. Ха-ха. Вот это да. Куда я лечу? Ой. Прикольно, только успевай, называется этот собирать алмазики. Типа бонусный уровень, наверное, какой-то.
Да, вот и выход там, где я... Ну, там, где было закрыто, но я ключ взял, поэтому могу выйти. Уровень пройден. Отлично. Идем ко второму акту. Страна игрушек. Микки прошел дальше в страну игрушек. Но эти игрушки не были такими уж игривыми. Так, а как мне здесь... А, бросите снаряды, я понял. О, отлично. Получается, могу туда бросить снаряд. Ой. Главное не путать снаряды с прыжком. Ой-ой-ой. О, ну ничего себе, вы это видели? Так, клоун, опять ты вылез. Ты мне уже не нужен, я иду дальше. Класс. Опа. Так, стоять. Ой, фух. Этот раз... Ой, это был не клоун. Я думал, опять еще не клоун. Этот раз со мной так дело не пройдет. Залазь. Опа. Ай, один не взял. Ладно, бог с ним, с тем одним. Ого, сколько я здесь. Так, жизнь, хорошо. А что же там сверху? Ай! Ракета, ничего себе. Класс. То есть взял жизнь, сразу ее потерял. Как-то некрасиво получилось. Но бывает, что же сделаешь. Куда это я? Ага, вот сюда. Ой, там снизу что-то было, вы видели? Ай-яй-яй. Зачем так было делать? А. Все-таки не пойму, почему я туда упал, ведь там же все-таки было что-то. А, нужно было так вот опускаться, я понял. Это было не с края. Одна жизнь осталась, и сейчас, если ошибусь, то придется опять сначала начинать. Ах ты, вот одна жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это обидно было, слушайте. Управление, конечно, немного тяжело на компьютере. Ведь даже в игре пишут, что лучше играть на джойстике. А что это? Наш герой не совсем уверен. То ли он вверх ногами, то ли руками вниз. То ли и то, и другое. Класс. Ой-ой-ой. А, прикольно. А, вот и жизнь моя пропала. Хорошо, что я недалеко отошел, поэтому вот могу начать сначала, да? Теперь я звездочку взял. Герой не совсем уверен, то ли он вверх ногами, то ли руками вниз. А, вот я переворачиваюсь, они падают и разбиваются. Все отлично. Все, теперь, когда у меня жизни есть, я... Ух ты! Он не совсем преуспел, но в мире шиворот на выворот всегда есть место для еще одного поворота. А, это я в начало попал. Прикольно. Только уже бриллиантов нет. Получается, мне здесь нужно было... Что мне здесь нужно было? Ой-ой-ой, блин. Я его не увидел сразу. Люди, как же нечестно. Ой-ой-ой, опять... Лучше я буду у него кидаться вот так. Пока у меня много этих карточек.
Ай. Ха. Так, сюда мне нельзя. Ай, сейчас у меня стапает. Ай, опять он. Я не буду все бриллиантики брать, мне в принципе и так хватает. Вот моя жизнь, отлично. Так, этого можно уже, в принципе, прыжком победить. Ой-ой. Есть. Ой. А, и там и самолет сверху. Что ж такое? Как с ними бороться? Смотрите, ладно, я лучше его сначала ударю. Ай! Ай-яй-яй, да что ж такое? Блин. Получай. Вон, Мишка. А видели, велосипеды своих и чужие бил. Получай тоже. Вот, хорошо. Мишку того не взял, жалко. Ух ты, и что теперь? Прикольно. Обалдеть. Ой. Одна жизнь. Ух ты. Это, конечно... Так, зеркало. Фух, перешел. Не знаю как, но перешел. У меня по-прежнему одна жизнь. Ай-яй-яй-яй. Не хочу рисковать, а иначе придется сначала начинать. Опять такой же бег наподобие как в прошлый раз. Только короткий. О, выход. Здорово. Фух, это было тяжело. Не сказать, что слишком, как бы, ну просто много этих всяких. Замок иллюзии загнал Микки в новый угол. Но что это за странная зеленая коробка? Она казалась до ужаса знакомой. По идее, третий уровень — это босс. Черт из табакерки. Ну, конечно. Ага. Ох ты, какой здоровый. О, нет! Теперь я в беде! Ай! Спасите, помогите! Блин. Опа, опа. Ого. Как это я прыгнул. Так, у меня-то всего 3 жизни почему-то дали. Не 5, а 3. Может, потому что я плохо себя вел? Дайте мне еще 2 жизни, я буду себя хорошо вести, обещаю. Вот. О, опять пружинка. Хорошо. Вот у него уже столько жизни, сколько у меня. Ну, теперь почти на равных. Ой-ой-ой. Вот это он бешеный. Опять будет драться. Если будешь драться, я буду кусаться. Получай. Оп. Здорово. Ну, есть. Отлично. Ой-ой-ой. Мы так не договаривались. Так, аккуратно, аккуратно. Когда у него останется... Ой, в другую сторону. Вот это нежданчик. Я думал, уже все, они исчезнут. Они крутиться начали в другую сторону. Интересно, что будет, когда одна жизнь останется. Так, ну-ка. Раз, два, три. Опа. Отлично, обманул. Так, пружинка. И есть одна жизнь. Так. Ого. Спасите.
Эта волна, получается, тоже бьется, наверное, да? Что, все? А. Так, раз, два, три. Оп. Отлично. А откуда у меня жизнь получила? Меня все-таки не зацепил, да? Но все-таки я его победил. Одну жизнь потратил, ничего страшного. Оранжевый радужный камень. В сердце Микки вновь расцвела надежда. Его приключение ради спасения Мини было далеко до завершения. Конечно. Это красота, гляньте, как красиво, да? Вообще игра очень красивая. Просто бесподобная. Если учесть, что она уже не новая. Конечно, Дисней делает... Второй радужный камень покоился в руках Микки, но ему некогда было праздновать. Дисней делает классные игры. И Мини. Так, у меня получается уже 228 бриллиантов. Получается, а если я сюда зайду... Ага, я могу уже открывать... А, это три уровня, получается, вот у нас было с игрушками, там три уровня с этими... Ну, в лесу было, да? Вот теперь могу за 160 бриллиантов открывать уровень. А, здесь... Что это такое? Вообще страшно. Туда даже касаться... Давайте зайду, хотя бы глазком гляну. Одним хотя бы так. Ничего себе. Куда это меня завело? Мне надо типа бонус, наверное, взять, собирать бриллианты. А туда могу его прыгнуть? Радужный мозг Мини появится только после сбора всех семи радужных камней. А, это мозг Мини. Впереди еще много работы. Понял, да, я думал срезать, называется. А ну что ж, друзья, вторую часть нашей игры мы прошли удачно. Поэтому с вами буду прощаться сегодня. Надеюсь, ненадолго. В прошлый раз вы поддержали это видео, игра вам понравилась. Если это будет и этот раз так, то, соответственно, следующее видео выйдет очень скоро. Поэтому, если вам понравилось наше прохождение, то поддержите это видео своими лайками, пишите комментарии. Не забывайте делиться с другими детками, а также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро следующий выпуск про Микки Мауса. В будущем я собираюсь еще другие игры записывать, поэтому оставайтесь с нами. Дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!